Всем привет! Сегодня в видео расскажу вам про свои полочки. То меня многие спрашивают. Я думаю, все, кто занимаются орхидеями и покупают себе со временем много, сталкиваются с проблемой размещения и ищут полочки. Иногда в продаже достаточно сложно найти действительно классные полочки, такие многофункциональные, удобные. Я вот эту вот полочку, которую вы сейчас видите на экране, заказала со своей первой коллекции. По-моему, как раз когда переехала на балкон из комнаты. Ой, ну чтобы не соврать, наверное, в году 2015, но не позже, может даже раньше. А на нее попадает и вода, и орхи влажные, иногда там капало с нее. Она не проржавела, то есть вот классно сохранилась. Она отстояла долгое время на балконе, пока была мне, скажем так, не нужна, потом я ее опять достала. И я их делаю на заказ у своей хорошей орхоподруги. Она делает с мужем. Так, техника, а ну-ка, не подводи, вот так мне надо показать. О, смотрите, какие классные вензелечки. Они делают сами, это ручная работа. Очень классно делают, не только в белом цвете, просто мне нравится в белом, и делают под ваши размеры, под ваши хотелки. Я вообще в описании дам ссылку на их тему на форуме, там вы сможете посмотреть другие их работы, и там вы сможете им написать, связаться с ними, и уже там, если кто хочет, захочет тоже заказать, кому нужны, например, какие-то специфические полки, то вот. И, кстати, вот это вот освещение, это они ставили. Я у них, когда заказываю, иногда прошу, чтобы они поставили освещение. И вот хорошо так и закрепляют. И все. А в новой коллекции я вот такую полку себе делала. Она очень специфическая тем, что у меня очень узкий подоконник здесь. Так. Вот. И буквально, собственно... Видите, почти по одному горшочку в рядочке становится. Мне нужно было на этот узкий подоконник, тоже специфическое. И вот у меня вот такая с двумя лампами. А сейчас мне очень надо для моих пурпурат. Сейчас покажу. Поворачивайся. Вот сейчас такая вот обувница стоит. И вот у меня еще пурпураты. Пурпураты доедут. И анцепсы еще сюда тоже переехали. Мне сюда нужна хорошая полка, высокая, под, собственно, высокие росты с листьями у пурпурат и под высокие цветоносы у анцепс. И тоже у меня специфическое, видите, вот это вот очень большое окно, тут поменьше, и ширина подоконника у меня оказалась очень неудобная, 28 сантиметров, и я под них не могу найти нормально полки. Вот, поэтому тоже буду у них заказывать. Уже, вернее, написала. Вот, как приедут, покажу. Как их сделают. Как я сама. Ой, решусь, оплачу и сделаю. То вот тоже специфически. Всего на, грубо говоря, будет от подоконника одна полка на большой высоте. И потом вверх. Не знаю еще, как они сделают, будет идти крепление для ламп. Ну, те варианты, которые я видела, как они уже делали подобное, очень красивые такие вентиля вверх шли. В общем, я вся в предвкушении, вот хочу себе еще две полки. Потому что, честно, все перерыло-обрыло, ничего нигде нету, и думаю, нет. Тем более, я изначально хотела у Иры заказывать, потому что... Ой, ну не знаю, мне так нравится. Посмотрите, она белая, она практически незаметная, такая невесомая, воздушная, но при этом она такая красивая. Ну, в общем, меня, честно, очень не нравятся эти полки. Если бы не нравилось, я бы, конечно, там не заказывала. Вот, и я жду, надеюсь. Ну как, скоро, не так уж и скоро. Ну, думаю, может, летом уже похвастаюсь этими полками. Посмотрим. Так что вот кому нужно... Кто спрашивал у меня или кто вообще смотрел и думал, что тоже хочет что-то такое, то я специально, вот, собственно, для вас это видео снимаю и оставлю вам ссылочку, посмотрите. И они делают из вот металла
Ну, все, что душе захочется, на все, на что у вас там фантазии хватит, и что реально исполнить, скажем так. Ну, вот такие полочки. Вот, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите выхода следующих видео, обязательно скоро будет много. И всем солнечных дней, пышных цветений, пока-пока!